Пушкино в 2019 году полностью преобразили набережную. В 2022 открылся обновленный центральный парк в Пушкино и сквер на улице Рощинской в Ивантеевке. В указанный период благоустроили 6288 дворов и установили 1102 детских игровых площадок. За прошлый год в Пушкинском комплексно обновили 12 дворов. В этом году таких территорий будет уже 24. Появится 30 новых спортивных и детских площадок.